Привет! Сегодня расскажу, где и как учиться видеомаркетингу, где искать информацию, какие есть курсы, какие есть конференции. Сам прохожу этот путь уже 5-й год, это бесконечный путь, и поделюсь тем, как это делаю именно я и наша команда на виду влога по видеомаркетингу для бизнеса. Не совсем согласен с тем, что когда мы слушаем много всяких лекций и сразу не применяем это на практике, что это пагубно. Если изучаю тему какую-то совершенно новую, или вы, например, в YouTube-тематике и видеомаркетинге ближе к нулю, то я рекомендую скачать максимально много различных курсов, лекций, видеороликов на тему видеомаркетинга, контент-маркетинга, YouTube, и слушать, где в автомобиле, в общественном транспорте, перевести видеоролики в аудио и слушать. Да, вы сейчас сразу их не примените на практике, да, они у вас там не закрепятся, но когда вы наслушаетесь информации, вы поймете самые азы, вы поймете стратегические моменты, и даже если вы будете слушать какой-нибудь урок, где рассказывается механика действий, все равно вы уловите, как и такое первое прохождение от точки слоя, вы поймете, для чего нужны эти действия и их последовательность. А потом вы сядете за компьютер, откроете этот ролик и уже просмотрите его второй раз, понимая как бы все основное, и вам останется только механически увидеть, как это было сделано, и это сделать. Но вы уже будете понимать, зачем это делается, для чего, ради чего и как. Получается, что первое, мы насматриваемся, второе, мы закрепляем основные механические знания. Какие? То есть надо создать YouTube-канал, нужно сделать основные настройки, нужно загрузить первый ролик, сделать описание, теги, добавить подсказки. То есть хотя бы один раз каждый из действий, неважно какого, как качественно, хоть как-то сделать, для того, чтобы почувствовать интерфейс. Это понадобится для следующего, третьего шага. На третьем шаге мы заказываем курсы. Курсов есть огромное количество, я про них расскажу. Курсы в первую очередь нужны для того, чтобы структурированно донести для вас всю информацию. Эффективно идти на курсы, когда мы уже узнали базу стратегическую, мы уже наслушались и мы уже все ручками пощупали. Поэтому мы будем не мучиться, думая, а какую кнопочку нажать, а мы будем уже проходить курсы более осознанно и глубинно. На курсах есть возможность также задавать вопросы, и курсы, они пинают нас, они заставляют за счет своих домашних заданий, ограниченности во времени, обычно это 1-2 месяца, закреплять свои навыки, снимать первые ролики и получать первые результаты. Недостаток курсов в том, что очень часто обратная связь работает не очень, мягко говоря. Или это какие-то поверхностные ответы, иногда это какая-нибудь группа, где можно обмениваться информацией, но ты туда закидываешь вопрос, и ответа не получаешь. Все-таки курс – это вот для начала простроить все последовательные шаги, увидеть общую картину, как YouTube, как продвижение YouTube будет выглядеть у вас. Но если брать из видеомаркетинга, у нас есть, например, конференция именно по видеомаркетингу в целом, но курсы мы вначале берем как вот YouTube для бизнеса, потому что YouTube – это там 80% всего видеомаркетинга, это основной инструмент. Пройдя курсы, получив практику, все сделав руками, получив результаты, у нас возникает огромное количество маленьких вопросов, таких уже более глубинных. Это, как говорится, чем больше знаешь, тем больше понимаешь, что ты ничего не знаешь. И у вас это тоже в процессе погружения будет появляться. Во-первых, темы, которые вы не поняли, или темы, в которые вы хотите углубиться, найти знания по ним, но не знаете где, у вас возникнет куча вопросов, таких точечных, по какой-то конкретной механике, а почему вот так, а почему эдак. И если вы пойдете, например, на очередные курсы, там вам не ответят на вопрос. Там будет опять 80-90% информации практически того же самого. А вот это вот такое золото из руды найти достаточно будет сложно. И как бы вы еще деньги за это заплатили. Поэтому, когда мы отработали знания на курсах и после, поняли, что мы все смогли сделать сами, теперь нам нужно пойти на личный коучинг. Нам нужно найти специалиста, которому мы можем лично задать любые вопросы. Я проходил личный коучинг у Сергея Архангельского. Рекомендую.
это возможность прописать те темы, в которых вы слабы, и специалист, наставник разберет именно их. Это возможность задать те вопросы, которые вас волнуют, и получить сразу же на них ответы, а не ждать 10 тем, когда на курсах вы дойдете до нужной вам темы, вы зададите их сразу и получите обратную связь. Один из способов — это не только как найти, да, коуча. Это мы пишем в личку различным специалистам, которые вы считаете вот в этой тематике разбираются, и спрашиваем, проводите ли вы личный коучинг, можно ли позаниматься лично, есть ли у вас личные консультации, и просите там по скайпу, или если вы в одном городе находитесь, может быть, даже и личную встречу с каким-то разбором. Или вы работаете по системе подмастерья, наставник-подмастерья, то есть вы проситесь как помогать. Мы можем для вас, как специалисты, там, делать то-то, а вы можете там отвечать на наши вопросы, делиться знаниями и так далее. Это тоже один из возможных способов. После коучинга максимальное практическое закрепление. Все применяем, все пробуем. Да, здесь уже начинает работать правило. Если мы не применили, эти знания становятся обузой на этом этапе. А дальше наша задача — закреплять знания. То есть у нас в маркетинге знания меняются, и какие-то тренды там буквально каждые 2 месяца. В видеомаркетинге раз в год посетить конференцию, обновить знания, смотреть ролики крутых профессионалов, естественно, нужно и стоит, потому что все время новые фишки или что-то перестает работать в том же самом YouTube. Кстати, для того, чтобы насмотреться, для первого этапа мы собрали за все эти 5 лет архив по видеомаркетингу. Там наши статьи, там наши видеоролики, уроки, там куча видеороликов и ссылки на статьи в интернете. Чтобы вам не тратить на это время, вы можете просто получить доступ к данному архиву по ссылке в описании. На какие курсы стоит записаться? Поделюсь плюсами и минусами тех, с кем мы сталкивались лично. Во-первых, Сергей Архангельский. С него начинали. И для тех, кто находится вообще ближе к нулевому уровню, это вообще идеальный вариант. Стоит сначала посмотреть все его выступления и уроки на YouTube, которые у него есть, подписаться на его рассылку, правда, в ней очень много рекламы, но есть и полезные различные тоже ссылки в том числе. Но посмотреть «Клиент из YouTube 1», кажется, называется, это будет серия видеороликов, которая дает самые базовые азы. Потом пройти уже курс, у него он называется «Клиенты из YouTube 2» или «Герои продвижения YouTube» обычно. Это на 1-2 месяца в группах или в онлайне, или есть записи, где вы можете провести несколько онлайн-созвонов с ответами на вопросы от Сергея. И дальше уже третий этап – это пройти с ним личный коучинг о том, о чем я говорил. Какие у Сергея плюсы? Во-первых, с точки зрения вывода роликов в топ, например, в поисковые системы или в YouTube, это, ну, как бы специалист номер один. Чтобы прям он был заточен на бизнесе, я бы не сказал, но как продвижение в YouTube, это прям его специфика, вывод в топ. Есть минус, не очень сильно погружен в тему Google Ads рекламы, настройки рекламы. Но, я так понимаю, сейчас этот пробел восполнен. Также очень хорошо у Сергея прописаны воронки. То есть вы можете просто подписаться на него, пройти его мастер-класс и посмотреть, что он пишет в сообщениях, как у него выстроен процесс продаж. Это тоже очень-очень интересно и любопытно. Следующий курс, который советуем пройти, у него немножечко другой плюс. У него плюс в аналитике. Это Genius Marketing, клиенты из YouTube. Ведет Денис Филоненко. Очень интересно именно про то, что анализировать можно и нужно, потому что хочется анализировать все, но ты не знаешь, это физически возможно сделать или нет, и какие цифры нам в принципе нужны. Все он это объясняет. Единственный момент, конечно, механически, как это делается, этого нету. Но у нас же стратегическая задача, а механически мы можем заказать у фрилансеров настройку этой данной аналитики. И также очень интересно, в Genius Marketing есть такой блок по делегированию и организации команды
которые занимаются Ютубом. От создания видео до его продвижения. Сколько стоят специалисты, кто входит в штат. И эти темы тоже очень-очень полезные. Из минусов очень слабая была обратная связь, когда не отвечали практически в группе. Обещанный месяц, когда должны были давать обратную связь, там какой-то нормальной, адекватной движухи в группе, где все должны были коллаборировать, ее не было. То есть знания как бы даны, рассказаны, но на вопросы и какие-то тонкости ответов мы не нашли. Денис Коновалов, он специализируется больше на контентных каналах, которые и на блогерах, которые делятся полезной какой-то информацией или о каком-то хайпе вопрос идет. А если мы говорим о продвижении бизнеса, о таких каналах, визитках, о видеообзорах, каких-то других инструментах, связанные с системой продаж, он этим не специализируется. Он такой блогерская тематика, он сертифицированный специалист, смотрите его канал, он дает очень много всяких обновлений, фишек, внедрений, изменений в Ютубе. Вот как бы самый первый практически эту информацию доносит до вас он. Но если вы хотите создать канал именно контентный, полезный, блогерский, регулярное выкладывание видео, его курс тоже может быть очень полезен. Еще есть курс у Академии лидогенерации. Это YouTube Master. У него есть плюсик, та тема, которая очень хорошо раскрывается. Это то, как вести себя перед камерой, организовывать кадр для начинающих. Если мы хотим самостоятельно начать создавать видеоролики, как лицо компании, вести бизнес-влог и так далее, и так далее. И вот по этой теме очень много информации. В том числе и по технике, которую используем, и то, как задумываемся о каких-то азах построения кадра и где мы снимаем, в каких локациях. Есть еще ряд курсов, но мы бы их отнесли к тем, которые для тех, кто вообще на нуле в знаниях. То есть для начинающих, в принципе, любой курс, он может дать базовые, нужные, необходимые азы. То, что нам писали в обратку ребята из статьи на нашем блоге, что, например, у бизнес-молодости тоже есть курс, мы о нем слышали, там думали тоже посмотреть, пройти, но там сказали очень информация такая поверхностная для начинающих. Проходили также курс у Веры Зверевой, тоже для начинающих прекрасно, но без какого-либо углубления. Также просили упомянуть о Матвее Северянине как гуру Ютуба. Тоже стоит посмотреть его Ютуб-канал, посмотреть Стаса Быкова. Антон Богатушин начал тоже выкладывать хорошие ролики наконец-то. Мы проходили у него тоже консультации. Очень хорошо по AdWords с ним посоветоваться. Но опять же, здесь ждать какой-то детальной механики, каких-то супер откровений от него нельзя. Только если он будет сам настраивать какие-то кампании. И у него очень интересная была тема, он разбирается в аналитике в том числе. Потом есть специалист Владимир Акулов, это тема AdWords. По настройке AdWords, хотите немножечко углубить знания, обращайтесь к нему. Еще забыл упомянуть, естественно, Эльдара Гузаирова. Это специалист, который больше завязан на блогерской теме и на теме блогеров и рекламу блогеров особенно. Его основной плюс – он очень насмотренный, он знает, какие тренды, в каких нишах в данный момент лучше заводить блог, на какую тему снимать ролики, как они должны быть построены. Он очень много экспериментирует и проверяет все на практике. У меня бы просто не хватило бы терпения это делать. Он создает какие-то каналы, где участвует ради эксперимента, беря какие-то там, например, у него канал «Нищеброд» есть, где за 15 рублей он со своим другом в таком прикиде нищебродском пытается сделать себе обед. Причем это реально возможно. Ну и рассказывает об этом в системном Ютубе на конференции. Мне очень нравится его подача. Очень спокойная. То есть обычно такие
эмоциональные чуваки, там руками там раз это, так вот так, да. У него он такой интеллигентно, спокойная, качественная, четкая подача. Мне это тоже очень нравится. Просто даже, в принципе, смотреть его и с этой точки зрения. Он проводит также курсы, вебинары, делится полезной информацией, марафоны различные. У него есть чему поучиться точно. И еще про Эльдара, к нему стоит обращаться, когда вы хотите понять как раз, какие ролики снимать и в какую нишу пойти. Например, у вас бизнес в определенной нише, и вы думаете, вам блог на какую тему сделать? На какую-то узкую или более широкую, или какую-то околотематическую. И это тот человек, который очень быстро, то есть ему задаешь вопрос, он очень быстро ориентируется и говорит, о, вам нужно вот, скорее всего, взять вот эту тему, вот эту тоже затронуть, а вот эта тема точно не пойдет. Она сейчас вообще не в тренде, ее никто не смотрит. И вообще ролики лучше вот такие-такие-то делать вот в такой подаче. То есть он очень быстро ориентируется насчет насмотренности, что лучше снимать для конкретного бизнеса и человека. Так как архив наш огромный, с огромным количеством информации, мы решили ее структурировать, чтобы вы могли изучить и погрузиться в мир видеомаркетинга от простого к сложному. Поэтому мы сделали бесплатный мини-курс на 20 уроков, который вы можете посмотреть, перейдя по ссылке. Это подписка на рассылку этих 20 писем. И начиная с тем целей видеомаркетинга, YouTube, KPI-аналитики, заканчивая чек-листом продвижения в YouTube примерами и кейсами, вы поймете в целом, что такое YouTube видеомаркетинг, как его использовать и как это делали мы на примере нескольких проектов с чек-листами действий, которые совершали мы. Если вы хотите более глубинно погрузиться и у вас есть темы, пробелы, которые вы хотите изучить, вы можете прислать нам эти темы, и мы вам в ответ можем провести консультации платные, раскрывая, делясь тем, чем мы можем. Вообще у нас принято в компании, что мы не будем создавать очередной инфопродукт, очередной еще курс, которых сейчас десятки, но самое главное – это практика создания новых кейсов. И на том уровне, на котором, который сейчас у нас есть, и тем, чем мы можем поделиться, если к нам обращаются, мы всегда помогаем. Так что подписывайтесь на мини-курс по ссылке в описании и будьте на виду.